Стекла вдребезги, пробитые колеса. Ночью в одном из дворов Бреста неизвестный распотрошил припаркованную на стоянке машину. У владельцев автошок. Милиция ищет хулигана. Известно, что инцидент произошел ночью, а уже утром хозяева не узнали свой автомобиль. Возможно, прояснить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения, установленные у каждого подъезда многоэтажки. Обстоятельства произошедшего устанавливают исследователи. Сын вышел ребенка вести в садике, звонит мне и говорит: «Мама, у нас машина опять обстреляна». У нас семья воспитывается, ребенок инвалид детства по зрению, он слепой с рождения. Машина нам очень необходима, его возить в центр Веду. Поэтому без машины мы никак. В ходе осмотра транспортного средства и прилегающей территории с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз обнаружено 4 металлических шарика от пневматического оружия. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 «Хулиганство Уголовного кодекса Республики Беларусь». Скажу, что это не первый случай, когда именно этот «Опель» становится мишенью для стрельбы. Ровно полгода назад произошла аналогичная ситуация. Злоумышленник до сих пор не на найден. Но кто же открыл стрельбу в городе, мы узнаем в пятницу в нашей итоговой программе.